Всем привет! Ребята, здрасте! Здравствуйте! Спасибо вам большое, что вы пришли. Вы нам супер ценны сегодня, потому что, вы знаете, как бы мы не любили играть ту музыку, которую мы играем, как бы мы не любили делать это бесплатно, но, наверное, платные концерты — это показатель того, насколько тебя по-настоящему любят. Мы видим, что нас любят. Огромное вам спасибо за это. Ребята, мы сегодня напьемся. Пробьем все деньги, которые заработали. Обещаю. Что у нас хорошего? У нас вот 3 числа мы были на студии, мы записали еще 2 песни, которые в скором времени покажем вам. А сегодня у нас супер длинный день, мы сейчас играем для вас концерт, а потом поедем снимать клип. А вон Марьяша пришла. Привет, Марьяша. Вот. Еще мы сегодня, наверное, поиграем какие-то вещи, которые мы супер давно не играем. Нам просто самим интересно их вспомнить. И начнем мы с композиции, которая называется «Hang up your hang-ups».
Вечно с Петей по поводу этой композиции происходит разговор такой, что зачем ее, говорит, первый в концерте должно быть одно барабанное соло, и все, и больше не надо. Говорит, Петя, это залог успеха всегда, сразу победа, и все. Петр Ившин. Вау. Ведусь я. У нас, вот мы с Алексеем, Алексей Белов, звукорежиссер. Мы с Алексеем вместе работаем с таким певцом, Алексей Чумаков. Знаете такого? Вот. Вот. И вот каждый раз вот концерт Алексея Чумакова, он никогда не приезжает на саундчеки, вот как мы. То есть мы приехали на саундчек, но мы никогда не играем вместе. Вот первая композиция, обратите внимание, вот если вы видите Алексея Чумакова, если он вдруг делает такие жесты, это не значит, что он хочет поднять ауру, там, как бы что-то поднять настроение подобными жестами. Это он общается с Лешей в этот момент, сделал мне погромче и так далее и тому подобное. Вот, а у нас тут немножко гудит. Вот тут, я не знаю, жесты для этого. Вот этот микрофон немножко гудит. Да, здесь на сцене. А сейчас мы сыграем, наверное, композицию, которую мы тоже давно не играли. Это композиция «Колоссус».
Спасибо. Как у вас там дела? Что? Как дела? Что? О! Bye.
как я уже говорил, Петр Ившин. Петр Ившин. Александр Кульков. И Петр Ившин. Там еще Сергей Гейер. Сергей Гейер. Виктор Лушников. Витя Лушников, он купил себе профит. Обещал на следующий концерт принести. Антон Хабибулин. Антон Хабибулин. И пора. Нет, пора петь. Пора петь. А для этого у нас есть специально обученная певица. Она 5 недель, я говорю правду, она 5 недель училась в Соединенных Штатах Америки. Зовут ее Мариана Савон. И она сегодня здесь с нами. Всем добрый вечер. А он учился 2,5 года в Соединенных Штатах Америки. Николай Моисеенко. Всем привет. Я очень рада вас сегодня видеть. Так здорово, что 10 января, последний день новогодних каникул, вы нашли в себе силы перед работой прийти сюда. Это очень здорово. Сейчас мы споем песню, которая называется «Love is the answer». Но мы этого самого желаем в этом 2016 году. Те, кто еще не встретил, встретьте уже наконец того самого человека, будьте счастливы. Но кто уже нашел? Это дорого стоит, ребят. Вот мы все ищем, почти все. И очень надеемся, что найдем. Будьте счастливы. To help you when you are down, but you know that you're the one to blame.
the answer is no. No. Horsepower. Заказы. На сцене пошли заказы. Не только, знаете ли, в ресторане Бухина есть заказы, у нас тут тоже. Ребята хотят сыграть нетленочку. Новый год, поэтому можно заказывать на сцене даже. А мы не будем объявлять. Просто вы угадайте песню, потому что ее нельзя не знать. Вот так все. Следующая композиция называется, ее написали все, кто стоит на сцене. Это Кольна песня, да? Антошина песня, собственно, поэтому он ее и играет. Она называется «Nothing gonna stop you from dancing», что в переводе с английского «Ничто не остановит вас». Thank you.
Николая. И наша тоже теперь стала. Вы понимаете, что она не могла не стать нашей любимой песней, потому что любимая песня Николая. Спасибо вам большое! Ну как у нас там, нормально все? Ну, мне нравятся танцы, поэтому мы сейчас... Мне нравится петь, мне нравятся танцы, поэтому... Сыграем для вас композицию вот с нашей новой маленькой пластинки, которая называется Daft Fantasy. Thank you.
обычно у музыкантов нет любимых произведений, но мы точно знаем, что это любимая композиция нашего барабанщика Петра Ившина. Сейчас мы для вас, мы же как, мы знаете, мы пресс-релизы пишем, что мы играем джаз, рок, там еще... Что? Да, что-то там такое. И еще есть слово «кантри». Мы, правда, очень любим кантри. И у нас есть одна... Что такое? Есть только одна композиция в стиле кантри, которую написал немец по происхождению Сергей Гейер. Обычно я здесь рассказываю историю долгую и нудную, но не сегодня, друзья. Сегодня выходной, последний выходной из новогодних праздников, и у меня тоже. Поэтому давайте просто погрустим. Thank you.
Ну... Так классно! А чего вас так сегодня много? Ребята, спасибо вам большое, что вы сегодня пришли к нам. Огромное вам спасибо, правда. Вам спасибо! Правда. Сейчас мы для вас сыграем композицию, которую заказал Александр Кульков, редкий гость в нашем коллективе, который все последние концерты нас не пропускает, все время играет с нами. Александр Кульков. Это говорит, как он говорит? Это говорит о чем? Это говорит о том, что у певицы Ёлки нет концертов. Тоже каникулы. Просто каникулы, и все. А с нами играет Александр Кульков. Thank you.
сейчас мы для вас... Ну, мы на самом деле мы уже близимся к концу и играем для вас вещи, которые проверены годами. Успех у них всегда стопроцентный, только из-за того, что там всегда соло барабанов. Вот я могу на саксофоне хоть умереть, никто не будет мне так хлопать по сравнению с соло барабанщиком. Вот вы сейчас увидите. Сейчас мы для вас сыграем композицию, которая называется Incoming Message. И там все случится.
Revolution. Александр Кульков. Сергей Геев. Антон Хабибулин. Виктор Лушников. Марианна Савон. И самая последняя композиция на сегодня. Я не знаю, как вы, у нас тут все было классно. У вас все хорошо? Она будет медленная, классная, хорошая. У нее нет названия. Надеюсь, она появится на альбоме, который мы вот скоро выпустим в iTunes.
Фалько, Антон Хабибулин, Сергей Геев, Виктор Лушников, Марьяна Савов и Николай Лысенко! Приходите к нам еще. До новых встреч. Спасибо вам большое. Все.